Не боги горшки обжигают, но чтобы подготовить олимпийского чемпиона, нужен бог. Не верю, что это способен сделать любой тренер. Таким тренером надо родиться. Так говорил мой отец, проработавший 10 лет тренером сборной СССР по плаванию. И я стал задумываться, а что, собственно, выводит в чемпионы одного единственного атлета или команду из дюжины равных соперников? И неизменно приходило к выводу. Львиная доля успеха всегда принадлежит тренеру. Тому самому человеку, от которого в момент выступления его спортсменов, казалось бы, не зависит ничего, хотя на самом деле зависит все. Идти вперед, когда идти уже невозможно, сопротивляться обстоятельствам и добиваться поставленной цели. Выдающиеся тренеры рождаются крайне редко. Елена Войцеховская, Москва, 2010.